Добрый день, с вами канал Секрет Мастера. Строительство каркасного дома продолжается. Ранее применявшаяся для подъема канатная лебедка установлена внутри дома. Лебедка закреплена на доске при помощи 4 шпилек. Доска, в свою очередь, расположена на поперечинах стропил. С помощью лебедки осуществляется подъем строительных материалов на второй этаж. Не забывайте подписываться на канал Секрет Мастера, смотрите другие ролики и, как всегда, приглашаю вас посетить сайт secretmastera.ru.